Здорово, ребятушки! У микрофона по-прежнему Рамзес, и мы возвращаемся в КС-очку. Ребят, сегодня решил снять новый сер, ни разу его не снимал, не играл на нем. Ну, он стоит реально вашего внимания. Так что усаживайтесь поудобнее, ребятушки, и сейчас все покажу. Смотрите, тут у нас выбор идет, то есть получается, ребятушки, оружие. Для начала тут эмочку и калашик. Мы берем, внимание, люди смогли уничтожить вирус, мир спасен. Кто-то зашел, ребятушки? А, кстати, здесь фривип, скорее всего. Напиши, напиши, наверное, напиши, напиши что-нибудь. Посмотрим, ребят. Кью, да, вип, ребятушки, то есть фривип здесь. То есть понимаете, насколько это все круто? Так, давайте, что мы делаем, герои, что, я не понимаю. Вот, смотрите, давайте АКшку возьмем. И дальше у нас идут, ребятушки, мечи, то есть... Хаммер, я на этом сервачке, ребятушки, создатель, вот смотрите, хаммер идет, потом снэпбейт с 10 уровня оружия, а далее шипс, бля, ребятушки, яркость не очень, отсчет вообще просто зачетный, так, смотрим, ребятушки, дальше, давайте хаммер вот такой вот, ребят, где хаммер, сейчас я вам покажу. На себе первый зомби. Сам дьявол из ада. То есть я не мизида. Сейчас, ребятушки, поиграем немножечко. Я вам все здесь покажу. Давайте. Почему-то яркость не включается. Но сейчас, ребят, все я вам покажу. Все расскажу. Так, давайте мы только его убьем. Да, я тебя убью. Дай тебя убью фастом. Так, давайте его... Во, вот так, ребят, все, отлично. И вверху слева показано выживание. День 6 режим дьявол, то есть был. Вот випка, ребятушки, 50 рублей. Админка 100, а боска 150. То есть реально серочок прикольный. Так, это недоступно. Fire Snake какой-то для випов. То есть без... Ой-ой-ой, что-то не то нажал, ребят. То есть смотрите, здесь паутинки, кстати, еще разные. То есть вот смотрите, ребят. То есть я нажимаю, и они сами меняются. И бесконечно раз можно использовать. То есть понимаете, насколько это круто? То есть, и, ну, то есть, всем бесплатная випка, ребятушки, и всем бесплатный хук. То есть, вот видите, бесконечно, вот сколько я раз и уже его юзаю. То есть, вот так. Так, давайте, упс, для випов урон. Так, с этим, вот такая палочка, как здесь ножи менять, я не знаю, ребят. Давайте попробуем вот так, наверное, кнайф. Нет, почему-то не работает, ну вот первый нож вот такой, ребятушки. Давайте сразу же, выбор класса зомби, хищник, разгон, сирена, крик, жердя, ловушка, ведьмак, ведьма, мыши, крюк, лечение, медсестра, адреналин, реверант фар для випов, реверант айс для админов и реверант пояс для боссов. Так, смотрите, здесь, ребят, что есть, вот здесь вот этого снеговика, скорее всего, нужно убивать, и то есть, когда мы его убьем, нам что-то должны будут давать. Не трогай, плиз, не трогай, не трогай, не трогай. Когда мы будем его убивать, нам подарочек какой-нибудь или что-то дадут. Напишите в комментариях. Или кто зайдет, зайдите, посмотрите, ребят. И напишите в комментариях, что дают. Потому что мне, ребят, лень вот это все делать. Давайте выбор класса человека. Не трогай, пожалуйста. Так, выбор класса... Тут за человека еще, ребятушки, можно. Давайте мы за босса зайдем. Вот. Кристалл я что-то взял, то есть за босса. Тут выбор класса человека можно еще. Магазин, ребятушки, пистолеты, тут снайперки. Вот все такое, все очень круто. Стой, да, я на тебя буду оружие тестить. Стой. А что-то, а вот урон, что-то показывается. То есть вот такой пистолетик. Давайте, что там, пистолеты, дробовики. Давайте посмотрим, какой-нибудь рандомный возьмем. Вот, к примеру, ух ты, офигенный, ребят, согласитесь. Ух ты, еще один зомби, еще один зомби. Давайте мы вот так взлетим. Просто стой. Давайте, опа, 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 опа. Ну, блин, офиген. И у зомби тоже паутинка есть, ребят, прикиньте. То есть вот все випы, то есть фри вип бесплатно. То есть вообще все очень даже круто. Не трогай, пожалуйста, я видос снимаю, показать нужно все. Так, вот, смотрите дальше, ребяшки. Выбор, так. Ой, а что-то, я ничего не нажимал. Он автоматически, что ли, стреляет. Автоматы, смотрите, ребят, очень много, но здесь по левелам. То есть у меня здесь броня у левел 1, то есть здесь убивать зомби нужно. Давайте я вам вот просто так буду рандомно показывать. Вот так вот, 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 вот. Так, далее, что у нас идет? Магазин снайперки какие-то. Вот такая снайперка. Ой-ой-ой, попасть-то не могу, ёшкин-матрошкин. Ух ты, превратился плеер, стал дьяволом. Вот такой, ребятушки, дьявол. То есть очень реально прикольный, очень годный. Так, давайте дальше смотреть. Классы, пулемет, ребят, пулеметы. То есть все по левелам, очень круто. А как паки брать? ЗП АМЕ работает? ЗП АМЕ... Нет, к сожалению, нет. Так что, ребятушки, блин, я не знаю, как нам паки копить. Ну, там очень много реально оружия. Мины еще есть, простая мина есть, замораживающая, огненная, ребятушки, мины. То есть, блин, меня убили, ну... Сервачок реально заслуживает внимания, ребят, согласитесь. То есть, ну вы, я думаю, вы нигде такой фигни не видели, ребят. То есть,
Замораживающий, ядовитый. Чё, не понимаю, ребят, что здесь. Ух ты, вот эта коса еще какую-то взял. То есть, ну реально круто, круто, круто. У нас паков 4 только. Кабинет, вход, регистрация. То есть, введите логин, пароль. То есть, логин, ребят, еще регистрация сразу же стоит. То есть, и меню привилегий. То есть, регистрация. Ух ты, ребятушки. Кам работает или нет, показатель? Нет, к сожалению. Ну вот такой... Класс, пояс на, ребятушки, вот такой отравляющий, то есть очень круто даже. А если мы так не можем долбить, вот так, вот так. А, в принципе, и так можем долбить. То есть, все круто. Так, и у зомби есть паутинка, это вообще просто брони нет. На, я заразил одного. И как же сейчас нам возродиться? Вот это за зомби, ребятушки, магазинчик. Антидот, бешенство, джам, шок, прыжок, невидимость, отброс и здоровье. Так, давайте посмотрим. М3. Антидот можем взять? К сожалению, нет. У нас только 5 паков. Давайте смотреть в меню привилегий. Смотрите. VIP-меню. Броню можно взять. Дальше. Жизни. Ой, это пока что недоступно. Паки. Паки обязательно берем. Если они нам дались, конечно, ребятушки. Стать героем, стать дьяволом можем. Почему-то недоступно. Нужно авторизовываться, наверное, или что. Напишите в комментариях, кто знает, кто нет. Такс, потому что я не знаю, ребятушки. Такс. Так, так, так. Дальше. Админ-меню. Также можем брать паки, вот это все, админ оружие еще есть, то есть вообще все очень-таки неплохо. Босс меню тоже, взять гранату, молния какая-то, здесь босс оружие, то есть сейчас, ребятушки, все посмотрим. Меню смотрителя, магазин разблокированный, арена с боссами разблокирован, что тут вообще... Все очень круто. Так, ну блин, почему-то я не успел заразить его, давайте, опа, опа. Давайте, давайте пробуем заразить, ребят. Так, давай, давай, иди сюда, ты иди сюда. 50 хп, ёшкин, матрошкин. Да как, давайте, давайте, должны, должны его мы сейчас завалить. Найс, убили, все. Главное, что вот тут бесконечная патронка. Фри вип плюс хук, ребят, понимаете? Всем бесплатная випка плюс... выберите основное оружие. То есть, вот, за 10 паков, за... что-то за паки еще есть. Ну, давайте это не будем. Им админ, лазер там что-то. И вот это еще какая-то пушка. Я не знаю, я вот что-то взял. Не знаю, что это такое, ребят. Ну, поиграем с ним. Давайте VIP. VIP-меню. Броню. Ой. Главное, чтобы я первым зомби не был. Пожалуйста. Фу, слава богу. VIP-оружие. Смотрите, золотые, скорее всего, здесь. Да, вот золотые оружие. Так, ставить героем можем и стать, ребятушки, боссом. Ой, еще разбросы нету, спрейфы такие золотые. То есть, вообще все шикарно просто. А, взять болты. Что за болты, ребят? Вот такой урон, то есть... Урон по 35 хп. То есть, все очень круто. Админ оружие. А вулканус? Вот такой. Потом вот базука, ребятушки, смотрите, какая. Вот такая базука. И вот... Джетпак, джетпак, смотрите, какой джетпак. Как вам показать, ребяшки? Это же джетпак, да? Я надеюсь, джетпак. Так, смотрите. Опа, вот такой джетпак офигенный, ребят, согласитесь. То есть базука еще у нас, то есть... Ну, просто, просто шедевр, ребятушки, согласитесь. То есть все очень-таки даже неплохо и круто. Дальше у нас идет босс меню. Босс, отойди, пожалуйста, отойди, отойди, отойди. Так, АК паладин, вот такая вот. Ну, такой паладин АК, то есть очень прикольный. Супер вулкан, ребятушки. Вот такой еще. И торнадо. Что это такое? Ух ты, офигеть, вот это топчик. Просто топчик. Отойдите, пожалуйста, дайте заскриню. Заскриню, пацаны, не трогайте, плиз. Так, смотрите. Вот. Дальше у нас идет, ребятушки. Что у нас идет? Как вулкан взять? Он просто очень крутой. Во, 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 вот так. Все, и вот так заскринимся. Вот так вообще просто топ. Просто топ. Все. Далее у нас идет, ребят. Сейчас посмотрим, какое меню. Меню смотритель. Магазин разблокирован. Заблокирован. Давайте все разблокируем. Запрет меню привилегии. VIP. Что-то создатель. Не понимаю, ребят, короче. Напишите в комментариях, кто понимает. И кто купит привилегию, обязательно пишите, что здесь да как. Дальше. Создатель меню. Здесь можем АМА выдавать. То есть Рамзесу. Смотрите. Ух ты, ребят, сколько я себе паков на фар. Вообще просто зашибенно. Уровень также можем давать. У меня, кстати, уже какой-то там уровень. То есть все очень круто. Болты можем давать. Дальше. То есть все. То есть сер наш. Еще забирать можем, тем более. Управление. Тут кикнуть, забанить, сделать зомби-человеком. Выбрать цвет граба. Граб еще есть, скорее всего. Да, выбрать цвет граба. Где граб у нас? Красный, зеленый. Зеленый, я сказал. Ух ты, вот так, офигенно. Сиреневый еще.
Ребят, ну реально круто, то есть еще цвет краба можем выбирать, это реально все очень даже зачетно. То есть вот еще снеговика, обязательно еще за морской. Вот этот реально годный цвет еще. Ну, в принципе, ребятушки, блин, информация, что-то еще по информации есть, давайте. А, випка 50 рублей, админ 150 и босс, ребятушки, ой, админка 100 и босс 150. Покупка привилегий ВК, все оставлю под описанием, главное админа. То есть можете сами зайти и посмотреть, все очень-таки даже неплохо и круто. Так, второй режим, скорее всего, или это что, или это... Да, второй режим, вот такой электрический, то есть... Очень даже такой крутой, прикольный. Так, давайте мы сейчас его напоследок убьем. И все, ребятушки, думаю, можно будет заканчивать. Все, ребятушки, обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, то, ребятушки, ну, все за вами, ребятушки. Вот так. Все, ребятушки, буду заканчивать. Всем спасибо еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще раз повторяю. Ну, а с вами был я, ваш Рамзес. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.